Всем привет! Хочу выразить благодарность компании «Второй паспорт» в Варшаве, в частности Алене. Она ответила на все интересующие меня вопросы подробно, так что обращайтесь, не пожалеете. Спасибо, всем пока! Всем привет! Я заказываю бухгалтерские услуги у Людмилы Хаман. Пользуюсь услугами уже около полугода. Всем рекомендую, все очень нравится, все очень доступно, понятно и ответственно. Хочу выразить благодарность Людмиле Хаман за хорошую работу, качественную и все выполненные услуги. Добрый день. Хотел бы выразить благодарность Людмиле Хаман, с помощью которой у меня есть карта на 3 года. Здравствуйте, меня зовут Амина, я из Казахстана. Хотела оставить свой положительный отзыв о компании «Второй паспорт», город Владикавказ. Могу с уверенностью сказать, что клиенты этой компании могут не сомневаться, что с ними будут работать добросовестные сотрудники и настоящие профессионалы своего дела, которым можно доверить такой ответственный шаг. Отдельное спасибо хотела сказать моему менеджеру Анне, которая с первого дня консультировала меня и поддерживала все 24/7. Анна очень вежливая и терпеливо относится к своей работе. Спасибо вам за поддержку и помощь. Желаю вашей компании процветания и много клиентов. Здравствуйте. Обратилась в офис «Второй паспорт» за оформлением документов. Благодарю менеджера Анну и Маргариту за грамотное оказание услуг. Не так давно мы решили получить американскую визу. Мы столкнулись с тем, что получить визу в США, в России, сегодня уже большая проблема. Связался с Юрием, он помог нам перед собеседованием. Рассказал о важных моментах, как себя вести, на что обращать внимание. Мы получили визы. Всем привет! Сегодня мы встретились в немецком городе Хайдельберг. Мы встретились здесь с Ольгой, это руководитель компании Manus Medicus. Также на нашей встрече присутствует Наталья, это наш социальный адаптатор в Германии, которая занимается трудоустройством, подбором вакансий, помощью в аккредитации иностранных дипломов на территории Германии. Обычно все привыкли настолько к офисной обстановке, что иногда немножко это становится скучным. Мы выбрали вот такое замечательное место, такой парк, где мы можем провести вот такую бизнес-конференцию и пообщаться вот в такой замечательной обстановке, обсудить вопросы сотрудничества. Также с нами находится видеооператор, который снимает все, что здесь происходит. Мы сняли 2 замечательных видео на тему трудоустройства медиков за границу, а также осветили тему относительно нелегальной работы на территории Германии. В скором времени это выйдет на наших YouTube-каналах, поэтому подписывайтесь на наши каналы, следите за всем, что происходит у нас. Мы делимся очень важной, очень полезной информацией, и мы проведем вас за ручку к вашим мечтам. Варшавы и хочу поговорить о новостях именно из Польши. На данный момент Польша открывает свои двери для иностранных работников. И сейчас к нам поступают запросы от прямых работодателей на такие вакансии, как это производство, это работа в гостиничном сервисе и сварщики. Это вакансии, которые актуальны на данный момент. И сейчас мы можем переходить к этапу подготовки и оформления документов. В ближайшее время, после того, как будут открыты визовые центры, а в некоторых странах они уже открыты, мы будем приступать к оформлению рабочих виз. Если тебе отказали в убежище, то новые правила.
чем особо никто не любит, даже получаешь отказ, допустим, получил. Но нашел за это время работодателя, тебя из страны не выгоняет, ты остаешься уже, получаешь, соответственно, без проигрыша.